Всем приветики. 8 марта, воскресенье, 6 утра. 6 утра, свинки уже готовы есть. Вот, собираюсь на работу. Сегодня поеду с мешком подарков, вернее, с кучей подарков. Вот это вот все поедет со мной. Это Ларисия. Это у нас Наташа, моей тете. Это Саша, Дуняшкиной маме. Это вот Дуняшки, а здесь Ларисе и Крестюшки, да, вместе, совместный подарок. Вот, а здесь вот маме, это тоже Ларисе от Анютки, и там маме от Анютки. И еще на кухне коробка с цветами тоже для Ларисы. Потом подарочки по ходу немножко покажу. Вот, а сейчас буду собираться. А цветочки для Ларисы вот эти вот. Рассадила ей две фиалочки. И посадила отросточки мяты, которые папа мне давал. Вот, упаковала так в коробку, чтобы оно у меня не падало. Короче, это все мне надо дотащить до машины. И сколько градусов? Я думаю, цветы не замерзнут. Так, а на улице минус 5. Придется их мне на работу заносить. Вот я уже ухожу. Гляньте, раз, два, три. И вот куча мест посадочных. Сейчас все это хватаю и побежала в машину. Время уже поджимает. Все, я в машине, пахлая, духлая. Надушилась лисичкиными духами. Такие вкусные духи, просто обалденный запах. Манго. Никогда раньше у меня таких не было. Вот, и вся такая ароматная. Еду на работу. Я уже подъезжаю, пока есть время, расскажу про свои планы на сегодня. Планирую поработать, отработать рабочий день свой. Потом поеду поздравить Ларису. Лариса тоже на работе сегодня. Ну, мы же девушки, нам же надо работать свой праздник. Ну, конечно. Вот, и что еще? Потом поеду к маме с папой. Там будет Наташа. Вот, поздравлю их всех. Ну и все. А подарок для Дуняши, для Саши, наверное, заедет Миша, заберет. Я еще не в курсе. Пришла на работу, и первый подарочек за сегодня. Игоряшка мне подарил вот такие вот конфеты Мерси. Люблю такие конфетки Мерсишки, они очень-очень вкусные. Занесла на работу Ларисины цветочки. Здесь две фиалочки, не знаю какого цвета, и мята. И вот они, тюльпанчики, смотрим на них, бутончиков пока нет, но Игоряшка сказал, что у его знакомых они все-таки в конце концов зацвели, поэтому надежда умирать последней, будем ждать. А я и работаю, и принимаю поздравления, и поздравляю сама. Папулька меня поздравил необычно и прикольно, пожелал успеха в трудовой и политической подготовке. Это поздравление из СССР, кто не знает. Вот, поздравила Дуняшка. Сейчас я включу ее поздравление. Очень интересно. Спасибо тебе, Тора, с праздником. Да, приезжай в Крым почаще. Здоровья, чтобы я к тебе приезжал почаще. Чтобы Коля тебя не бросал, но чтобы ты переехал к нам. Вот такое вот прикольное сообщение от Дуняшки, поздравления. А у меня куча новостей, рассказывать не было времени, сейчас расскажу в двух словах. Еще я сегодня увижу Мишку, Дуняшку и, наверное, Федя приедет в гости. И еще у меня такая новость, вы не поверите, я сегодня встречаюсь с одноклассником и с его женой. Одноклассник, мы с ним учились на Украине, это было 100 лет назад. Вот, я раньше жила и на Украине, и жила в Мурманске. Какое-то время я училась там, потом возвращалась в Мурманск. И, короче, фигара тут, фигара там. У меня там жила бабушка. И с этим одноклассником, с Валюшкой, мы там учились. Потом долгое время не виделись, потом дошли друг друга через приложение в Одноклассниках. И самое смешное, что он толком меня не помнит, вот, потому что я училась там, то на четверть приеду, то на годик, но толком меня не помнит, вот. Мы списались, разговорились, по второму кругу подружились с его женой Катюшкой, у нее, кстати, есть морская свиночка, вот. Ну, конечно, чаще всего мы общаемся либо по телефону, либо в сообщениях, потому что они живут далеко от Мурманска, далековато, просто так на автобус не сядешь, в гости не приедешь. И сегодня просто сюрприз, они мне позвонили, они находятся в Мурманске, вот, до завтрашнего дня, еще ночь здесь переночуют, и мы с ними сегодня встретимся, ближе к вечеру уже туда, когда я повидаю со всеми своими родными, и пообщаемся, увидимся, я очень-очень рада. Я уже еду, освободилась сегодня немножко пораньше,
полчасика у меня есть в запасе. И первое, к кому я еду, это я еду поздравлять Ларису. Доехала до того места, где работает Лариса. И сейчас, как обещала, быстренько покажу вам подарочки. Вот, вкратце, как говорится. Конфетки для Крестюшки «Холодное сердце». Это тоже Кристи. Вот такой ободок. Была бы я помладше, бы сама носила. Нравятся мне такие вещи. Потом, так, иди сюда. Купила Ларисе вот такой же перчик, как у меня, веточка перчика. Это искусственный, но до чего он мне нравится, надеюсь, ей тоже понравится. И под этот вот перчик купила вот такую вот вазочку. Набор полотенчик девчулям. Вот такое вот большое и маленькое. Потом, у Крестюшки нет ничего из моих вязаных игрушек. Пошли на свет, подарю ей вот эту вот собаку-барабаку. Привет, Крестюха, я у тебя буду жить. Ложись, собака. Потом для Крестюшки, для творчества, вот такая вот песочная фреска с такой вот собачкой. Для Ларисы две масочки. Вот такая вот кашалатка для Крестюхи. Блокнотик для Крестюшки. Вот такой вот набор для Крестюшки. Это делать бусики, браслетики. Лорику брелочек. Я покупала его в Крыму. И один брелочек я ей подарила, а один я затеряла. И вот я его нашла, положила в подарок. Потом вот такой бальзамчик для губ. Вот такое вот красивейшее зеркальце. И здесь вот клипсики. Я и Дуняшке такие положила в подарок. Там клипсики и заколка. Сейчас одни покажу. Там их две. Так, ну вот они маленькие-маленькие, черненькие. С этой стороны на ушко, с другой стороны магнитик. А вторые, по-моему, синенькие тут у нее лежат. Вот, и не надо даже прокол на ушках делать. Я не знаю, не помню, у Крестюшки был прокол или нет. Ну-ка, для разнообразия можно их поносить. Так, по-моему, все. Ладно, складываю и пошла. На улице, кстати, все тает. Уже весна все-таки на подходе. Ух ты! Я не узнала, опять красивая. Привет. Что это? Не знаю. Привет. А я только твое видео смотрю про этот шиншилл. Это мне? Спасибо. Это вам скрипчушка, это те цветочки. Ой, теперь. Всем привет. Всех с праздником. Анютку особенно. Санкт-Петербурга. Спасибо за подарки. Кстати, хорошо ты сказала. Сейчас я вернусь назад. Анюткин пакет у меня в машине остался. Иди, иди. Шулина ворона. О, взяла Анюткин пакет. Бегу обратно. Дубль два. Это я. Праздник. Спасибо, Анютка. О, да. Спасибо большое. Вручила. Вообще, я прям не жила. Я такая смотрю видео. Вот такая, ну, здесь подарок. Что, мне что ли? Я что ли, Лариса? Я что ли, мне? Я еще не такая. Сережа, говорю, мне подарок. Ну, молодец, Анечка. Всех никого не забыла. Лариса там... Какая-то такая тайная каморка непонятная. Не, а тут просто как склад, тут никто не трогает, ничего не упадет. Блин. Это Анютка тебе. О, Анечка, подарок, потом. Да. А это, короче, маме твоей. Ух ты. А если это Колю с папой не поздравил, вот маляки. Ничего себе. Слушай, она, ничего себе, брелок. Обалдеть, фонарик. Слушай, классно. Сейчас поеду. У меня такой, короче, мужа висит. Ух, да мужики, знаешь, как фонарики любят. Я по себе знаю, по своим, да, мужчинам. У меня польза, что батарейки есть у нас. Приезжайте, реклама батареек. Приезжайте. Так, еще знаешь, чего я это... Я, конечно, уже собрала этой девочке одежду. А, ну я кину. Да, потому что я говорю, я поскладировала так, ну тут все чисто, но все равно она же пока лежит, пускай пересылает. Потом, да, я потом в коробку соберу, все это сложу чисто. Это. Я все равно повезу эту деревню туда. А, да, я поняла, какой ты видишь. Смотри, спасибо за подарки, Лена. И спасибо и тебе за подарки. Опять красиво. Опять я так красиво с этой заколочкой. Я с новой камерой. Это новая камера. Мне это все сказали. А я смотрела. Открывай постоянно. Вот, ну, кручу. Почему так видео мало выходит? Я прихожу на работу и только в 2 часа или во сколько я там начинаю, я уже знаю, так, надо посмотреть. Вот, вот даже могу тебе показать. Да. Посмотри. Это зеркало. Соберу. На работу. Я выходной. У меня муж на работе. Да я сейчас до 10, говорю, давай шампанского куплю вечером по 7, или Коля, ничего, чтобы мне в 5 утра вставать и за руль садиться. Я вообще его выражаюсь, когда ты садишься, боже, у меня самое вот вообще 7.40 я встаю, 7.40. Раньше, чтобы... Не, ну там муж встает в 6, я, конечно, глаз открываю. Не, ну в 7.40 это круто. Я вчера в Ленту заходила, цветы хотела. Думаю, поеду цветы себе куплю. Любимая зашла, короче, там. И вот так вот все окружили. Вообще не подойти, не подойти. Мужики одни там... Суетятся, да? Эти тюльпанчики, говорю, я пошла, такая обиделась. Пошла себе улитку купила.
Там статуэтка была у них такая. А, нет, тоже на фотографию ты выкладывала? А, такая с цветочком. Ага, смешная такая, это войска. Да-да-да, вот ее взяла, думаю, вместо цветов пошла. Сережка говорит, у тебя уже ставить некуда. Он, что тебе купить? Ничего, денег дай. Деньга. Складируюсь. Выбираем подарочки, раздарочки раздавать поеду сейчас. Так, это Анечке, это родителям пакет. У меня вообще не сзади полное, почему забыла. У меня пакет, пакет, подарки, подарки твои. А, что-то. Так еще. А, вот еще пакет. Там все двое. Слушай, давай я один. Да, да несу, Ларис, нет, это не муж, не надо. Да что тяжело? Тяжелее таскал. Ну да, это сказали написать сочинение про своих животных. Ну давай с ней там, у нас есть собака, крысы, короче. Я говорю, напиши тараканы, ублефар. Ублефаром кормят тараканы, улитки. Короче, там гигасы. А приходит такая, написали, она такая, учительница сказала, всего два животных. Она обалдела. Пошла дальше, поздравления раздавать. Все, да. Все, давай. До свидания, с праздником вас. Приехала к родителям. Главное, ничего не забыть в машине. Гляньте, тут у меня лопата среди подарков. Все, пошла.